Ух ты, ракета! А, летающая тарелка! А вдруг это опасные пришельцы? Полетели за ними! Всем привет, ребята! Мы продолжаем играть в Котика Бубу. И в этой серии мы с котиком пойдем в город, чтобы купить нашему бубушке телефон новый и, ну, зайти в гости к друзьям, посмотреть, может быть, у них в доме что-то будет интересное. Ну и по пути, конечно же, поиграем и немножко пошалим. Сейчас. О, что у нас в лесу? Я забыл. Давайте-ка заглянем, что тут у нас. Что тут у нас в лесу? Ой, тут игра, в которой я сразу проиграл. Так, ладно, давайте поиграем. Поиграем. Вперед, бубушка. Мы перепрыгиваем с веточки на веточку. Слева направо, справа налево. Чтобы наш бубушка как можно быстрее успевал прыгать вверх, добираться до часиков и продолжать играть. Если мы нажимаем не туда, мы вот так вот проваливаемся. Как провалились сейчас. Ладно, в эту игрушку поиграли. Пойдемте мы немножко подразним злую крысу, которая живет в этом фиолетовом доме. У нее есть табличка, где написано «Не беспокоить». А мы его беспокоим. Вон, да, видите, ругается. Ну а чего он там сидит постоянно в доме, не играется, к Бубу в гости не приходит. Неизвестно, чем он там занимается. Поэтому мы ее немножко беспокоим. Ух ты, мы зашли в цирк. Сейчас мы попрыгаем вместе с Бубушкой и пособираем шарики. Пяу, пяу, пяу. Класс! Разноцветные шарики! Бубушке они очень нравятся. Вы посмотрите. Ой, на его лицо. Даже когда упал, он был радостный и счастливый. Опять упал. Да что ж такое? Что-то я промахиваюсь. Так, давай, бубушка, мы постараемся, чтобы ты как можно дольше был счастлив. И все шарики были твои. Еху! Вперед! Вперед! За шариками! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Еще чуть-чуть, и он у нас упадет! Все нормально. Потихонечку, бубушка, не торопись. Прыгаем, собираем все-все-все шарики. Из одних получаем монетки. Пум, пум, пум. Класс. Забрали, забрали, еще забрали. Бубушка, ты вместо того, чтобы лопать эти шарики, ты их собирай, потом пойдем на рынок продавать. Ай, упали, отвлекся я, и мы сразу упали. Ладно, пойдемте дальше. Все мы помним, что путь держим в город. За телефончиком и зайдем по пути к друзьям. Так, а в какой домик бы зайти? Так хочется зайти к какой-нибудь девочке котику, чтобы Бубу с ней подружился. Нет, это мальчик, у него галстук. Такой у него красивый дом. Зеркало с рогами. Красивый такой пол, розово-кремовый. Унитаз такой красивый, да. Да и сам он красивый, похож на сиамского котика. Ванна в золоте. Ух ты, кухня тоже прекрасная. Мы пока у тебя в ящиках покопаемся. Может быть, там какой эликсир найдем. Не против, я надеюсь, котик. Не против, он не злится. Так, в игровой комнате у него здесь. Картинка с космосом, играет музыка, рыбка живая, зеленый пол и голубые обои. Но ничего в полочках у него здесь нет. Ладно, пойдем посмотрим, что у тебя в спальне. Ух ты, в спальне зеленые обои, достаточно дорогие. Красивый такой коврик со следами от кошечки, от ног. Ну и все, и ничего нету больше там. Ладно, мы пойдем от тебя, котик. Пока-пока. Было приятно у тебя в гостях побыть. Давай, пока. Так, пойдем дальше. Может быть. О, вон там вот в розовом домике. Нет, ладно, в следующем посмотрим. Так, здесь телефоны не продаются. Так, ух ты, фонтанчик. Давайте включим фонтанчик с котиком. Прекрасный, красивый фонтанчик. О, и запустим салютики. Ну и что, что сейчас день, пускай все равно посверкает. О, магазин кошачьих телефонов. Это то, что нам нужно. Котик, мы тебе будем покупать белый телефон. Надеюсь, он тебе понравится. 100 монеточек он стоит. И новый рингтон поставим за 50 монеточек тебе на телефончик. Ну а что, ты все ходишь со старым, да со старым. Одни и те же звонки, один и тот же цвет. Наверняка тебе надоел.
Ты теперь будешь модный. Давай-ка мы зайдем к какой-нибудь девочке-подружке. И, может быть, вы с ней будете дружить вместе. Так, это опять у нас мальчик, опять с галстуком. Что вы все с галстуком? Вы что, на работу все собрались? У бабушки выходной, а вы все на работу собираетесь. О, вот она, девочка, какая красавица. Странно, только почему она без одежды? Только с короной. Ну, потому что, наверное, она ванну принимает. Ладно, мы ее расчешем. Вот так нравится нашей кошечке. Какая красавица. Ой-ой-ой, какая нежная. Умничка. А ванна-то какая? Вся розовая. И пол розовый, и обои розовые. Ну, прям настоящая девочка. Любит розовый цвет. Мы тебя тут освежителем воздуха подушим. Подухарим. А пока посмотрим на кухне. Может быть, у тебя тоже есть что-то интересное для нашего бабушки в шкафчиках. Ничего. Так, а здесь давай посмотрим. Подушки повыбивали, сфотографировали. И в шкафчиках тоже посмотрим. Ничего нету в шкафчиках. Что-то нам не везет. В прошлый раз, когда мы заходили к другу, мы с первого раза взяли и нашли эликсир. Ну да ладно. Давайте-ка включим ночь. Кстати, кто-то спрашивал, как включать ночь. Нужно просто нажать на солнышко, и появится ночь. Ух ты, ракета. А, летающая тарелка. А вдруг это опасные пришельцы? Полетели за ними. 3, 2, 1. Вперед. Бабушка у нас будет спасать землю от злых пришельцев, которые на зеленых летающих тарелках решили ее атаковать. Не только на зеленых, он на желтых. Классно. Так, нам нужно аккуратненько пробираться. Ай-ай-ай-ай-ай. Взрываюсь. Ух ты, двойной лазер. Он мощнее. Это что, он всегда у меня будет? Было бы круто. Нет, не всегда, но чуть-чуть. Так нечестно. Вот бы можно было эту ракету делать все мощнее, 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 мощнее. Ну ладно, она будет становиться мощнее, главное доходить подольше. Ай, только пока у меня не получается, много жизни у меня тратится. Так, уклоняемся, не всех получается пришельцев подстреливать, но мы будем стараться. Главное, чтобы они не долетели до земли. Так, вот они, идите-ка сюда, идите сюда. Тю-тю-тю, ой, еще! Вас с каждым разом все больше и больше будет. Так, ай-яй-яй-яй-яй. Взорвалась наша ракета, нарвалась на метеорит. Ничего, 36 монеток, тоже хороший результат. Ну что, бабушка, уже достаточно поздно. Может быть, пора домой уже, смотри. Ух ты, мы достигли 10 уровня и открылась новая игра. Pop Balloons, черная шерсть на удачу, баскетбольная форма и еще много-много всего. Давайте-ка мы с вами, ребятки, зайдем в игры и поиграем в эту новую игру Pop Balloons. Ну уже? Почему мы не заходим? Все, зашли, наконец-таки. Ага, вон она, эта игра Pop Balloons. Что это у нас тут? А, летят шарики, их нужно лопать, 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 лопать. И... Ай! Главное не нарываться на шарики с бомбочками. Тогда все жизни потеряются. Так, аккуратненько, 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 аккуратненько. А, я опять на бомбу нажал нечаянно. Да что ж такое? А, наверное, еще надо ловить все, что падает шариков. Чтобы у нас котик это все получал. Так, мороженое словили, конфетку словили. Конфетку еще одну словили. Курочку словили. Мороженое, мороженое. Ай, и нажал на бомбочку. Все, проиграли. Ладно, Бубу, уже поздно, наигрались мы. Пора идти домой, наверное. Да, вот все, мы пришли домой. Уже достаточно поздно. А бабушка хочет еще развлекаться, судя по твоим глазам. О, летающая тарелка полетела, бабушка, аккуратнее. Ну ладно, раз ты не хочешь еще спать, пойдем-ка мы с тобой, наверное, устроим у тебя дома дискотеку. Ура! Бабушка нас радуется. Ой, как темно у тебя здесь дома. Включим тебе ночник. Ага, а нам нужна игровая комната. Здесь тоже мы включим. Эй, выключатель, ты чего не включаешься?
О, крутим колесо фортуны, мы его не крутили в этой серии еще. Давайте крутанем и узнаем, что мы получим. Мы получили 100 монет! Тоже здорово, можно на них что-то купить. Например, из одежды в следующей серии. Напишите, пожалуйста, ребята, в комментарии, что нашему бабушке купить. Во что его одеть? Чем больше будет комментариев, тем больше вероятность, что я это куплю. А пока бабушка наш танцует на дискотеке. Иху! Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Класс! Ну что, ребята, если вам понравилась эта серия, то обязательно ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!